Всем здравствуйте. Лед. Первый лед у нас. Ну как первый? С дяденьками заходили, они сказали, с соседнего озера приехали, 10 сантиметров уже льда. Это Александр, голова кудрява. Что, не будет, да? Надо на жирность менять уже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как все захрустело. В сторону один нож, короче, какой-то хорошо, а второй вообще никак. Сейчас сломал мне, бур взял. Я бурил всю зиму им, бурил и бурил. А я и думаю, убил его. Полтысячи лунов я бурил, он говорит, ножи плохие. Вот тут вот я ловил прошлый год, последний. Где-то вот тут вот у меня переход был через камыши возле шалаша. И вот этот остров, получается, оторвало. И вот угнало метров на 70 в сторону. Попробуем сейчас тут сначала забуриться. А потом будем смотреть. Мы приехали на несколько часиков. Посмотреть, попробовать. Так-то вот так вот. Вот сейчас буду пробовать лунки. Вот так вот. Вот я набурил. Пробовать буду сначала на балансир. Так как у нас все как обычно, эксперименты. Эксперименты крупного. Крупного ротана будем ловить. Но у меня была, Александр, первая поклевка. У меня была первая поклевка. Наверное, рано на балансир ловить. Надо сначала их раздразнить, да? Сейчас вот была еще поклевка, а это что-то не зацепится ему. Не хотят они, в общем, брать, как дураки, такой балансир. У Сани тут мясо какое-то. Саня, что за мясо у тебя? Саня. Что за мясо? Не говорит ничего. И что, у тебя не клюет? Не умеешь ловить, значит. Сейчас мы меняем блесенку. Ставим блесенку. Вот такую. С прошлого года все. Берем баночку. Вот такую. Блин, увидел, что ли? Делаем вот так вот. Пшик-пшик-пшик-пшик. Прячем баночку от Сашки. И все. И идем вот сюда. Опа. Вот так вот все. Пошел, 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 пошел. Пошел, пошел, пошел. Саня, ну что, у тебя клюет? Да. Поймал, что ли? У тебя, если только клюнет, такой вот, как этот. Вот последний вот этот мужичок ловил. С блесенку размером. Так, ладно, ну не хотят, что я их тут заставлять буду. Сейчас мы все равно найдем. Найдем эту рыбу. Александра, я поймал, поймал. Александр, смотри. Смотри, завидую, Александр. Тебе завидно было? Нет, немного? Нет. Ну немного-то пыло, наверное, да? Вот такого ротана. Все, ты запсиховал там, да, забегал?
Поймал я штук 5, наверное, или 6. Где по одному, где не по одному из лунки. В общем, пока непонятно. Еще вот на первый круг иду минут по 5, наверное, 7 сижу на лунке, на каждой. Непонятно, что кормить. Какие места пока. Каши маленько, просто каша дробленка вареная. Набросал в каждую сейчас. И все. Все поклевки ближе ко дну были. Сейчас одного самого, которого крупного на сегодня поймал, в пол воды примерно взял он. Тут граница получается, вот заросли, трава идет, и кувшинка, и мудорез этот, как у нас его называют, правильное его название не знаю. И это вот по краю три лунки сделал, в одной мелко сильно, одну вообще в траву попробовал, сейчас до нее тоже дойду, посмотрим, что из этого выйдет. Глубины тут нет, ага. На траву ложится. Вот он пока на сегодня самый крупный. Ай, то хороший. И то я такому рад. Пока заходили, как бы вот народу, человек 20-30 сидело. В начале как бы вот такие, и даже крупнее уже есть у них пойманные. Поштучно вообще немного. У кого там по 2, по 3, по 5. Где-то вот так вот, ну, может, только приехавшие были. Но ротан довольно такой неплохой. Один там потом при нас вытянул там со спичечный коробок. Основная масса хороших, средних. Вот таких и покрупнее. Прямое включение поймал вот такого штуку, вот на такой вот балансирчик. Вот так вот тут ловим дальше. А у Сашки не клюет. Ха-ха-ха. Да, Сашка? Саня, ты расстроился, что ли? Да. Бегу к Александру, у него рыба клюнула. Наконец-то. Наконец-то, я уже думал, хоть наконец-то думал, домой поедем. Саша, это кто это? Это ротан, да, Саша? Ротан, да. Здоровый, да? Так вот. Держи его вот так вот. Вот. Сейчас мы его приблизим, как будто он, блядь, огромный. О, все. Как будто, ты посмотри на его пасть, там моя рука влезет. Все, молодец, Александр. Смотри, смотри, рука залезет туда, вот такая пасть. А еще будешь ловить, да? Сейчас еще ловить, там все, как прикормка начала. А, только начала, да? Понятно, Александр. Александр, а что у тебя за прикормка? Как прикормка? Кусок мяса. Кусок мяса у тебя? Понятно. А у меня вот весь уловчик мой. Так скудненький.
Ну что, вот весь мой улов. 14 штук, по-моему, я насчитал. Вот такие, в общем. Не крупные, но пойдет. А время. Во время уже 32 минуты второго, а мы где-то с полдесятого, да, с тобой ловим? Че, сколько у тебя штук? 10. 10? Да никого ловить не умеет. У меня-то здоровее. Да не. Да иди смей. Ну пойдем. Тогда. Чекай быстрее, пока у меня батарейка не. А то потом не поверишь, что у меня крупнее. Да нет. Что, у тебя крупнее, что ли? Да. Да нифига, вот смотри. Нет, больше. Мой здоровее. А где? Смотри, о, еще насколько, да. Смотри. Так ты не. Ты не длину сравнивай. Как? А во что сравнивать-то? Вес! Ты по сантиметрам наедаешься или по количеству съеденной еды? Видел, у него пасть больше. Порвана у него губа была когда-то. Но... Так что вот так вот. Чё? Чего-то еще недоловыша поймал. Он кончил жизнь самоубийством на крючке, можно сказать.